декабре уходящего года представители профсоюзов горнодобывающих компаний заключили отраслевое соглашение, которое в частности учитывает экономическое состояние. На базе этого документа будет создана новая версия коллективного договора Казахмыса. Теперь следующий шаг. Будем разрабатывать, отрабатывать уже пункты и правила нашего нового коллективного договора, который будет действовать на протяжении 2014-2016 года включительно. Разработка, внедрение и контроль исполнения коллективного договора – ключевое направление деятельности профсоюзов. Именно в этом документе прописано все, на что обе стороны, работник и работодатель, имеют право. Отстаивать соблюдение прав работников – ключевая задача профсоюза. Мы буквально в конце того месяца делали опрос, вернее, собирали данные такого характера проблем. Поступило 10 обращений. Из них 5 было там незаконное увольнение, там 2 было заявление о спорный момент был по оплате. И 3 о незаконном наказании, там сомнения были. То есть эти вопросы мы решили на тех предприятиях, где они возникли, на уровне директоров, то есть путем беседы, переговоров. КСЭП «Казахмыс» – активный участник программ, так или иначе касающихся сотрудников компании. Выдача путевок в дома отдыха или детские лагеря для детей сотрудников, организация и проведение корпоративных и оздоровительных конкурсов и состязаний, поиск вакансий для людей, попадающих под оптимизацию и многое другое. В прошлом году более 800 человек подлежали оптимизации. Вот путем совместных мероприятий из всех 800 человек были трудоустроены на вакансии, да? 23 человека ушли на пенсию по собственному желанию. Остальные уволились, просто их не привлекли там те или иные вакансии. Конечно, тяжело, согласен. Но, говорится, жертвы малым, надо думать о будущем где-то. Если просто конфликтовать и на чем-то не сходиться, мне кажется, ни к чему не придем. О правах и возможностях сотрудников Казахмыса читайте в развернутом интервью председателя профсоюза КСЭП «Казахмыс» на портале «Мы Казахмыс».